Хэюшки, ребятки, с вами Лекс, и сегодня играем опять в Лизерио и выбираем скин прямо сейчас. Напишите мне в комментариях, какой скин вам больше всего нравится из присутствующих в Slizer X, да и вообще в Slizerio на данный момент без участия других модов, к примеру, там, Slizer Plus. Вот, только используем Slizer X и обычные скины от Slizerio. И мне интересно, какой же вы скин выбрали бы себе из этих всех предоставленных вот этим вот модом и самим Slizerio. Мне интересно, и я, возможно, выберу такой же. Так что дерзайте, пишите в комментариях, ребят, мне это действительно интересно. А давайте пока что выберем вот такой вот скин. Мне он прикольно прикалывает всегда. Всегда прикалывал, я, в принципе, это говорил. Почему бы за него и не поиграть? Здесь у нас сразу, видите, поджидали нас огромная куча очков. Жека, привет, Гуд, привет, очень рад вас видеть. Спасибо, что играете здесь. Очень рад, то, что вы в моем клане. Оу! Блин, как-то... Ой-ой-ой! Холодильник, здорово! Блин, только я чуть не умер об тебя, ну ничего, бывает. Здорово, холодильник, рад тебя видеть, спасибо, что ты здесь. Странно, что ты играешь в Slizerio. Не привык я тебя видеть в Slizerio. Где-где, но не в Slizerio, это точно. Так, раньше, да, раньше было время, когда ты... Ну, когда я только начинал летсплеить. Да, тогда мы играли, но не сейчас. Ну, холодильник, зачем ты это делаешь? Ну, спасибо, конечно. Кстати, холодильник является модератором и очень классный чувак. Я обязательно... Ну, в общем, этого чувака... Можно сказать очень много всего положительного об этом парне. Так что будьте уверены, что он парень хороший. И, возможно, если вы будете присутствовать на моих стримах, вы увидите его в модераторах. Ну, то есть он уже модератор, если вы не в курсе. Так что не злите его, и вы не будете ни забанены, ни ничего прочее. Бэнг, да! Настя, привет. Извини, извините за всех, кто я не вижу кого. То есть, ребят, просто бывает такое, что я просто-напросто пролетаю мимо вас и не обращаю внимания. Вот, к примеру, Пикачу. Привет, Пикачу, я знаю, видел тебя, то, что ты писала в комментариях ВКонтакте. Очень рад, то, что ты принимаешь участие как-то активно. Воу! В жизни паблика. Это меня очень радует. И Чин Сайберия, тебе тоже приветик. Я просто проехал мимо тебя, но запомнил то, что ты была там. Приветик, рад тебя видеть тоже здесь. Так. Кстати, классный скин. Мне этот скин очень сильно нравится. Я не знаю, как вам, но мне он вообще прикалывает. Вообще-при-вообще. Так. Я вижу вкусняшку. Кого-то, кто-то написал, что вот, как же меня бесит, когда Лекс говорит про массу вкусняшка. Как это может бесить? Вкусняшка, это же действительно. Для них это пища, по сути, для этих червей, за которых мы играем. Почему бы не назвать вкусняшкой? Идеальное, по-моему, название для еды. Для этой еды. Если ее можно едой, конечно, назвать. В общем, для массы. По-моему, нормально назвать. Бьюти, привет, рад тебя видеть. Спасибо, что ты здесь. Очень рад, то, что ты играешь здесь до сих пор. Видел я твои комментарии насчет Влада Семеренко. Да, бывают такие люди, но, к сожалению, я слишком, как-то сказать, лояльно отношусь к этому всему. Ну, если хочет писать глупый комментарий, не совсем, даже офф-топ, конкретно офф-топ в группе, пускай пишет. В принципе, мне это не очень-то и мозолит глаза. Да, конечно, иногда думаешь, зачем просто, к чему ты все это пишешь? Но в любом случае, ладно. Я как-то лояльно отношусь к этому, и пускай пишет, если ему это хочется. Так, холодильник, извини. Я заберу это. Блин, там еще вкусняха. Блин, а я ее не взял. Так, ладно, разворачиваемся сюда. 7600, в данный момент 10 место, это уже отлично. Здесь боты вон ездят. О да, чувак просто не смог повернуть как надо. И слился, к сожалению. Вон Пикачу, молочинка вообще, глист, красава. Вы вообще тащите Жека во второе место. Вообще молодцы, держите топчик, мне это радует, мне это нравится. Цундере Чан, тоже рад тебя видеть, спасибо, что ты здесь. Кстати, она тоже модератор у меня на канале, если вы не знали, так что... Ну, холодильник, зачем ты сливаешься? Второй раз уже. Ну и вот. Так что, если вы увидите ее на стримах или где-либо еще, знайте, что она модератор, и можете попросить у нее в любой момент помощи. Какой-то определенной помощи. Если вам нужна будет какие-то вопросы хотите задать по поводу меня или по поводу канала, то обязательно спрашивайте моих модераторов. Они вам помогут, это 100% информация. Гуд, привет, рад тебя видеть, спасибо, что ты здесь, спасибо, что играешь вместе со мной. Очень рад, то, что ты на этом сервере, дружище. Спасибо, что вступил ко мне в клан. А ты понимаешь, ты парень. Хотя фиг занят. Если ты смотришь это видео, и в данный момент ты либо новенький, либо новенькая, и я не знаю тебя, то обязательно
вступай в паблик ВКонтакте и пиши там в комментариях под последним постом то, что вот, мой ник там, не знаю, Чипубели или как-нибудь так, вообще без разницы, какой у тебя ник, пиши то, что это твой ник и то, что ты играешь недавно и чтобы я знал, кто, кем ты являешься. То есть, чтобы я видел этот ник в игре и обязательно знал, что вот, это вот та самая девочка, которая писала мне в комментариях, и теперь я буду знать. Нейкель, приветик, рад тебя видеть, спасибо, что ты здесь, спасибо, что играешь вместе со мной, очень давно тебя не видел, очень приятно, что ты до сих пор играешь. Очень приятно, честно. Кстати, уже скоро, ребят, 1 сентября, и я не знаю, может быть, это видео выйдет уже при наступлении 1 сентября, скорее всего. Хотя, может быть, и нет. Ну, в любом случае, для вас это не самая лучшая пора. Для меня-то, я-то уже учиться окончил. Если вы до сих пор не в курсе, мне уже больше 20 лет. А если быть поточнее, 21 год мне. И я уже как бы не учусь. Я не знаю, может быть, пойду еще на высшее какое-нибудь, либо переквалификации, но я это не на 100% уверен. То есть нет уверенности в том, что я вообще пойду учиться. Хоть и учеба в какой-то степени важна, но не знаю, не знаю. Вот такие дела. Фух, и не знаю, как вам сейчас трудно приходится, потому что, ну, вы знаете, то, что вам скоро конец вашего отдыха, а именно, а именно 1 сентября, начало обучения, не только у школьников, не только у школьников, но также у студентов. То есть студентики тоже идут у нас учиться. Вот такие дела. Если вы не знали, то я учился на прораба, я выучился, просто я уже понимаю, что некоторые будут задавать этот вопрос в комментарии. Я выучился на прораба и теперь полностью, как бы, не знаю, не хочу посвящать себя этому делу, если честно. Я хочу посвятить себя больше как-то развитию на Ютубе и вообще остальных сферах. Сферах такой деятельности именно, такой записи видео и прочее. То есть мне эта деятельность больше нравится, чем определенные профессии, которые на данный момент предоставляет нам наша система образования. Хотя профессий очень много на самом деле и есть из чего выбрать. Воу-воу-воу! Отлично, все хорошо. Второе место до сих пор, 19 тысяч очков. Это очень классно, это очень потрясающе. Надеюсь, то, что мы сейчас не сдохнем на просто на первом же, как сказать, камне не споткнемся. Так, Илья Икс, привет. Рад тебя видеть, спасибо, что вступил ко мне в клан. Жалко, что у тебя только круглые скобки вместо квадратных, потому что, ребят, если вы не знали, то нужно ставить квадратные скобки. В клан всегда вносится именно в квадратные скобки. То есть, не я это придумал, это придумано уже давно-давно. Ой, что за лаги такие. Это давно уже придумано другими парнями, которые тоже создавали клан еще при самом начале создания игры. То есть, когда только создалась игра Слизерио, когда только она вышла, когда только в нее начали играть все, в том числе и я. Первый клан, который я видел, это был клан Hero. Если вы давно меня смотрите, то вы, наверное, уже неоднократно видели этого чувака. То есть, не этого чувака, а чуваков, которые вступили к этому чуваку в клан. И клан Hero тоже был уже тогда написан в квадратных скобках. И, в принципе, все другие кланы тоже написаны в квадратных скобках. Мастеров. Кто там еще-то есть? Воу! Я всех их взял в плен, вы это видели? Офигеть! Вы смотрите, сколько их вообще, сколько их здесь. Их просто до... Офигеть, короче, просто офигеть. Мастеров, тот же самый Аркад Го, то есть АГ у него. Кто там еще у нас есть-то? Я, в принципе, уже никого не помню, если честно. Охренеть, ребят, знаете что? Я что-то убрал с него просто взгляд. На самом деле, это было бы просто охрененно, если бы я их убил. На самом деле, обидно немножко, но ладно. Просто я сейчас, блин, очень тяжело рассказывать что-то и одновременно пытаться кого-то убить. Сейчас мне будет комментарий, просто река комментариев, то что, Лекс, да ты играй, а не рассказывай, нам не интересно, как ты рассказываешь. Да, что вы рассказываете, что вы мне говорите? Вам интересно, вам это интересно, уж поверьте, многим интересно послушать, что я говорю. Но, блин, тоже слился так, но это пипец, пипец просто. Ладно, ребят, надеюсь, вам понравилась серия, в принципе, моменты были классные. Если бы я вот этих еще говнюков бы убил, я просто что-то подумал, то что голова этого червя, это не... Нет, этого тела, которое рядом со мной как двигалось.
И поэтому я просто пошел прямо. И очень сглупил, что-то не обратил внимания. Ну, внимательность в какой-то степени у меня падает потихоньку, помаленьку. Вот такие вот дела, ребят. Надеюсь, вам понравилось. Еще раз говорю, ставьте лайкосики. Я вас это очень сильно прошу. Мне это доставляет радости и веселье. Надеюсь, вам понравилось, ребят. Еще раз, господи, третий раз. Обязательно вступайте в паблик ВКонтакте. Обязательно вступайте в мой канал. В общем, подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях. Не забываем также писать в комментариях в паблике ВКонтакте то, что кем вы являетесь и прочее. То есть я то, что говорил на протяжении серии, надеюсь, вы это усвоили и будете использовать в своих целях. Господи, что я говорю? Ладно, ребят, надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы подпишетесь. Надеюсь, вы вступите. Надеюсь, вы сделаете все, что я просил. А с вами был Лекс. Всем добра!